В Астане в эти минуты проходит 15-я ежегодная конференция Казахстанского института стратегических исследований по вопросам безопасности и стабильности в Центральной Азии. На повестке дня участников не только безопасность в регионе, но и вопросы функционирования и взаимодействия ОДКБ, ШОС, ЕАЭС, НАТО и других международных организаций. Помимо наших экспертов, с докладами выступят специалисты из Узбекистана, Китая, России, Таджикистана и Кыргызстана. Укрепление безопасности в Центральной Азии, развитие сотрудничества в регионе является одним из главных приоритетов Казахстана во внешней политике. Казахстан сегодня готов инвестировать в стабильность Центральной Азии. Есть четкое понимание, что благополучие развития Казахстана невозможно без Центральной Азии, поэтому сегодня Казахстан готов инвестировать и уже принято решение, подписаны в соответствии с соглашением. Недавно мы в Мажлисе одобрили договор между Казахстаном и Кыргызстаном об оказании помощи Кыргызстану на сумму 100 миллионов долларов США. Большая часть – это денежные средства, ну какая-то часть – товарами, услугами.